кактусы опунцы. Вот они здесь слева начинаются, про которые я вам говорю. Там видите на листик такие маленькие плоды овальной формы. Сейчас увидите побольше. Их здесь никто не собирает, хотя они съедобные. Здесь такой необычный проезд. Специальный мостик. Металлические полосы с небольшим интервалом между ними, чтобы коровы, которые здесь пасутся, на вольном выгуле, не заходили сюда. Ну что ж, мы с вами на месте. Значит, еще раз, вода, головные уборы, фотоаппараты. Все лишнее, то, что вам не пригодится, оставляйте в автобусе. Где-то примерно через час.